позови меня с собой. На сегодня рано утром я отправлюсь за тобой и возьму лопату в руки. Креативный подход даже к субботникам – отличительная черта молодежи Ленинского района. Работают как единый механизм. Распределив обязанности, школьники и студенты веселятся, шутят и убираются. Сплоченные одной идеей – сделать город чище. Нам не безразлична судьба нашего города, чистота его. И мы собрали всех небезразличных, нас здесь очень-очень много. Мы разделились на несколько участков и помогаем облагораживать наш город. На массовый субботник вышел молодежный совет Ленинского района. Помогать позвали своих друзей, одноклассников и одногруппников. На призыв откликнулись почти 100 человек, что приятно удивило членов совета. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. Именно вот с таким лозунгом мы выходим на данный субботник. Привели с собой тех людей, которые с нами учатся, тех же студентов из политеха, из МИРа, из Аэрокоса. И показываем ребятам на живом примере, что мы не просто говорим и сидим на заседаниях, а что мы можем работать руками. Молодежный совет при администрации Ленинского района скоро только отметит первую годовщину, но за это время молодые люди успели провести много акций. К дебютному масштабному субботнику готовились тщательно. В целом выбрали несколько территорий, которые, по нашему мнению, необходимо благоустроить. То есть выбирали мы не наобум, предварительно мы проехались по родному району, посмотрели, где чище, где грязнее и где, соответственно, требуется усиленная уборка, туда мы и выходим. Пока одни красят ограждения и детские площадки, другая группа очищает газоны от листьев, бутылок и фантиков. Но когда территория очищена и все мусорные мешки собраны, есть время и для совместной фотографии. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.